мы ехали в Маринку, и мы ожидали, там происходили военные действия. Да? И мы приехали рано утром в Маринку, где-то в 9 часов утра, и выехали из Маринки в 4 часа дня. Мы выехали на Маринку в четверг. Здесь в четверг мы погрузились. Знаете, это довольно-таки была интересная поездка. А почему интересная? Мы обращались, вещи мы собирали, и слава богу, нам люди откликнулись, и люди приносили вещи, да, и телевидение наше откликнулось, вещи были собраны при помощи телевидения, да. и мы довольно-таки много вещей собрали. Но у нас была проблема, это транспорт, и мы обратились к людям с помощью за транспортом, нам нужен был огромный автобус какой-то. Вот. И в социальных сетях, мы также в социальной сети, в фейсбуке, мы написали, я на своей страничке написал, что «Люди, помогите, нужен транспорт». И люди откликнулись, представьте себе, география нашей помощи получилась вот такая вот огромная. Люди откликнулись аж в Измаиле, это Одесская область. К нам подключилась общественная организация в Одессе, молодежная организация «Точка опоры» и мы три организации. В Измаиле откликнулась христианская церковь, источник живой воды. Люди, христиане, они услышали, что мы хотим отвести помощь. Они нам дали свой автобус, и помимо этого они еще и собрали помощь какую-то определенную. В общем, у нас помощи насобиралось, представьте себе, более двух тонн. Это они собрали помощь, это в Одессе собрали помощь, и это наша помощь южнинская. Мы печки варили на этот раз, мы четыре печки отвезли, очень много вещей собрали, таких теплых, там обувь, детские вещи собрали, то, что нас просили ваночку, там просили мы привезли. Мы постарались максимально, что мы смогли сделать, мы сделали. И в четверг, в четверг в Ребята приехали, они загрузились в Одессе, приехали к нам сюда где-то в час дня, мы загрузились, и в два мы уже выехали с Южного. И приехав в Запорожье, потому что мы уже попали как раз на, на ночлег, там перекрываются блокпосты, там все перекрывается, в Запорожье нам пришлось переночевать. И вот рано утром встав, мы где-то в пять, мы выдвинулись на... Маринку, там порядка где-то 200 километров. Проехав этот путь в селе Покровском, мы закупили хлеб. Я не знаю, как мы этот хлеб вложили в машину, хотели 400 было хлеба купить, но купили 300. И слава богу, мы положили этот хлеб, но, к сожалению, конечно, маловато. Ну, мы взяли хлеба, потому что людей было намного больше, и люди просили хлеб, люди приходили. Мое сердце, оно просто разрывалось, когда я видел этих людей, которые приходили к нам. Мы заехали в один двор в Маринке, там быстро собралось где-то около 150 человек. И люди хлеб. Мы сначала думали давать хлеб одну булку а в одни руки. Но люди приходили и говорили, там у меня бабушка, там у меня пенсионеры, там у меня неходячие, пожалуйста, дайте. И приходилось давать в руки просто где-то по 5, по 10 булок хлеба. Как люди там вообще живут? Сейчас э, в Маринке 9,5 тысяч населения. На момент войны люди выехали, было тысяча. Сейчас люди возвращаются. Это когда было время перемирия, время затишья. Люди стали возвращаться в свои дома, семьи, стали как-то обустраиваться, облагораживаться. И сейчас опять начались военные действия. Знаете, и школы работают. Две школы работают. Электричество есть, газа нету, вода с перебоями. То есть я видел какие-то стихийные рыночки там работают. Люди пытаются как-то цепляются за эту жизнь, они пытаются выживать и друг другу подставляя плечо. И, и когда мы приехали, вот э, э, люди увидели нас я рассказал людям, откуда мы приехали, какие организации приехали. Я попытался людей как-то ободрить, вдохновить, сказать людям, что они не оставлены, они не одни. Вот, что мы приехали, мы привезли какие-то вещи на миссию «Рука помощи», мы эти вещи перегрузили, и люди имеют возможность прийти в эту миссию и получить вещи. А хлеб, ну, так как продукт очень быстро может... Ну, чтобы он не испортился, мы решили раздать. И мы проехали по Маринке. В одном дворе мы стали порядка 150 человек раздали хлеб. Стали на площади, мы только стали на площади, и люди, видя уже машину, просто огромную белую машину, сами стали подходить. И буквально за короткий период времени мы раздали весь остальной хлеб. Я видел людей со слезами на глазах, я обнимал этих людей, как-то я пытался отдать вот эту частицу нашей южненской любви вот через свое сердце и дать понять людям, что люди не одни, и мы готовы помогать, и мы будем помогать дальше. Я сказал также людям, что у нас много переселенцев в нашем городе, и мы помогаем этим переселенцам, чем мы можем. И они не одни, мы вот такие украинцы, мы вот, вот такая одна большая страна, нация. Когда мы остановимся помогать, вы знаете, это такой вопрос, я скажу, сложный вопрос. Этот вопрос, наверное, надо задать президенту нашей страны и также надо задать президенту Российской Федерации, господину Путину, когда прекратится у нас война. И когда наше правительство начнет действительно заботиться о своем народе, вот тогда мы, наверное, только сможем и остановиться.